проанализировать показатели, выявить проблемы и достижения, а также определить задачи. Межмуниципальное управление МВД России Щелковское подвели итоги работы за 2016 год. И успехи действительно есть. Так, деятельность управления в минувшем году оценивается положительно. Оно на 14 месте среди 45 районов Московской области. Сохранились тенденции к снижению числа зарегистрированных преступлений. Всего зарегистрировано 2961 преступление, что на 854 меньше прошлогоднего показателя. Тяжкие и особо тяжкие преступные посягательства сократились на 40% и составили немногим более 800 преступлений. Их удельный вес от общего числа составил почти 1/4. И такие изменения по многим показателям. Например, на четверть сократилось количество краж транспортных средств. Почти на треть уменьшилось число грабежей и преступлений средней тяжести. Увеличилась и раскрываемость. Увеличилась раскрываемость умышленных убийств до 89%, грабежей на 9%. Всего с начала года криминальным блоком полиции раскрыто 740 преступлений. При этом процент раскрываемости вырос на 8 единиц. Улучшать показатели, но главное – работать с населением в более тесном контакте. Такие задачи управление ставит перед собой и на этот 2017 год. Очевидно, сотрудники органов внутренних дел выполняют весьма сложные задачи. И именно от них зависит, насколько безопасным будет наш район. Особо отличившихся полицейских наградили на мероприятии. Также за работу личный состав поблагодарили представители органов власти. Хочу от имени представительной власти, от Совета депутатов поблагодарить всех за проделанную работу. Вот, действительно, результат очень высокий. Это вот с того места, одно из последних, и на 14-е. Это действительно огромная, колоссальная работа. Поэтому спасибо за этот труд. Большое спасибо за работу в 2016 году всему личному составу и руководству Межмуниципального управления МВД Щелковское. Честно хочу сказать, что на всех мероприятиях, в которых я бываю, там тоже связан с и руковожу отделом территориальной безопасности, всегда личный состав выполняет задачи на высоком уровне. Дарья Соснегова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».